Всем привет, ребятушки, с вами Сафик 1234. И сегодня я решил задуэлить, ребята, 5 подписчиков. Но не просто так, ребята. Я решил отобрать сильных подписчиков. И, ребята, если я проигрываю в этой дуэли, то я отдаю этому подписчику Butterfly Legends, ребята, которая у меня на экране. Вот она, ребята, вот эта красавица. Я ее продаю, и ровно столько голды я отдаю этому подписчику. Я надеюсь, что вы будете верить и в меня, и в моих подписчиков, которых я сейчас случайно отберу. Я буду отбирать ребят, у которых больше 1000 ММР. Я думаю, это честно. 5 дуэлей. Один из этих подписчиков может забрать Butterfly Legacy. Создаем лобби. Так, давайте. 586. Так. О! Сайлис, ребята. Вот он, мой дорогой человек. Ребята, извиняюсь, но дуэль есть дуэль. Ребята, вот, вот он, Сайлис. Он ничего не отдает, но если я проигрываю, то я ему отдаю. Ребятушки, это даже честь, говорит, повоевать с тобой в лобби. Первый подписчик и первая дуэлечка. Как вы думаете, кто-то выиграет ли меня за эти 5 дуэлей? Напишите в комментариях. Я верю сейчас подписчика. Я, конечно, не буду поддаваться, но я очень хочу, чтобы он выиграл. Заходим за террористов. А мы что, одновременно за террористов зашли? Ой. О, все. Ой, мама мия, у нас ММ. Я думаю, возьмем Дигл. Попробуем с Диглом. Так, он слева, ребят, я слышал. Ай! Нет! Ну как так быстро, ребята? Первая катка, я уже проигрываю, ребята. Это капец, это капец, это капец. Так, у меня нету денег, у меня вообще нету денег. У меня вообще нету денег. P350 просто залетает. Это что? Это что за флешки такие? Надо было сэкономить, просто идти лучше с какой-то фигней. Так, ребятушки, первый раунд вытащили, ребята. Давайте, покупаем броньку. Полетели, полетели, полетели. Я... простреливаю, ребята, прострельчик. Все, залетаем, залетаем на бит, ребята. Голова кипит. Слева, слева, ребята, слева. Есть, есть, ребята, так. Бомбу ставим сразу, быстренько, чтобы денежка капнула. Ребята, я пистолетки всегда проигрываю. Кто-нибудь бы меня научил играть на пистолетах. Когда, ребята, я играю в команде, то я, конечно же, много киллов делаю. Аккуратненько проходим. Смотрим, 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 смотрим. Никого! Проходим, проходим, проходим. Беспалевно. Так, сейчас у нас откроется вся панорама. Тут... да. Так, ребята, это чисто головоломочка, которую я решил, ребята. Сейчас быстренько откатываем катку. Да ёкарный бабай. Я ничего не вижу, вот прям ничего. Он тут? А! Офигеть! Офигеть, ребята! О, блин, блин, как дал 5.90! Офигеть! Накопил денежку, называется. Берем калашик, мой любимый, ребята. Смотрите, какой он красавчик! Какого я его сделал? С печенюшкой. 714 киллов. 714, еще и наклеечка. Давайте, прострелочку, прострелочку. Опа! Угу. Так, он меня читает уже, ребята. Я хожу в одни и те же места. Давайте вот так вот сделаем. А тут уже сейчас чекнем. Проходим. Опа! Вот он, вот он. Граната полетела. Блин, смоков у меня нету. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, больно. Ставим бомбу. Он там. А! Офигеть! 76, блин! 3-3 с подписчиком, ребят. Это капец какой подписчик. Это, блин, всем подписчикам подписчик, ребята. Так! Если я отдам самому первому подписчику свою бабочку, значит, следующему подписчику мне придется отдавать свой керамбит. Так-так-так-так, стопэ. Стопэ, да вы это, угомонись. Я знаю даже, где он сидит. Он работает по одной и той же схемке. А, нет. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть не по той. Давай, бро, выходи. Или заходи. Опа. Опа, ребята, так. Все, вырубили подписчика, так. Плейте, плейте. Опа, 11 тысяч. Так, все, гранаты берем. 4-3, ребята, идем с подписчиком. Давай, бро. Ну, блин, ну... ай, столько... ай! Капец, капец, капец. Сколько он гранат-то накидал этими прокидами. Так. О, видел, 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 видели его, да? Опа! Тихо, он где-то прям рядом. Он слева уже? Он там. Есть! Так, ребята, еще раз ставим бомбу, ставим бомбу, чтобы денежка перепала. Пока что, блин, он реально хорошо играет. Ребята, он реально хорошо играет. Последний раунд первой половины матча. Надо было все-таки играть с ним, ребята, просто закладку бомбы. Чтобы это все было проще, и чтобы мы всегда ходили с броней, чтобы у него были деньги. Ай! Так, закинули грену. Офигеть! Офигеть! Ребята, это капец! Выключаем режим нуба, ребят. И подключаем режим про! Сейчас, ребятушки, мы будем играть за КТ. У него по-любому будет что-то скорострельное. Капец, мы с ним идем нос к носу. Он проиграл пистолетку своими прокидами интересными. Так, мы сразу, ребятушки, залетаем, берем эмочку, девочку. И проходим, проходим вот сюда. Так, ребят, зарашим чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть зарашим. Вот он. Есть! Ребята, следующий раунд. Мы вытягиваем 7-4, идем. Сейчас попробуем зарашить через Б. Так, тихо-тихо-тихо-тихо.
Все, бро. Сейчас мы, ребятушки, докатываем стимкаточку. Так, быстренько. И сразу находим другого. Хотя, может, он сейчас камбэкнет. А, видел голова, да? Вы видели голова? Так. Офигеть, ребята, фиксануло, видели? Обходим, ребята. Быстро. Он уже на планете, ребят. Все, офигеть он, блин. Все, ребята, у нас остается один выигрышный раунд. И мы, ребятушки, находим кого-то еще сильнее. Все, я рашу, быстренько. Офигеть, с одной пульки! Так, ребята, сейчас мы просто попробуем прокидочкой тоже. Я думаю, вы знаете даже чьей. Залетим, так, давайте, опа! Ребята, он прям на грену попал, 78 хп сняло. Я что-то, ребята, слишком дорашился уже, блин. Я хочу быстрее закончить, но сам не заканчиваю, ребята. Ай! Сколько? 31. Так. Опа! Видели? Прям на гранатку. Все, ребятушки, так, спасибо Сайлису за игру. Мы, ребятушки, идем к другому подписчику, с которым сейчас будем играть каточку. Так, давайте, Наруто, 291, ребята, но это стыдно играть. 850. Ох, японский бог. Рейнджер, офигеть, ребята, я тоже рейнджер, если что. Ладно, ребятушки, я думаю, вы хотели, да, чтобы я с ним сыграл. Это капец. Вот вы думаете, как, я смогу его выиграть или нет? Вот ваши ставки, ребята, я не знаю, за Тером пойдем или за... А, он сам выбрал, мне не дали выбора. Что у него за... О, японский бог. Вы посмотрите. Офигеть, ребята. У него, похоже, все с деньгами в порядке. Приз, говорит, мне не нужен. Говорит, ну вы видели его ножик, ребята? Это М9 байонет. Я типа, о, понял. Ну я надеюсь, что, блин, мы с ним подкатаем нормально. Давайте, о, ребятушки. Блин, это реально сильный чел, ребята. Да ты что, шутишь, что ли? Так, пока что катаем нормально. Ой, блин, флешка полетела, да? Это граната! Так, ребята, еле-еле душа в теле, блин. Я, блин, не писал звук на свой микрофон. Капец, я просто дурачок. Тихо. Он с дробашом. Я не знаю, что даже взять. Йокарде, бабай, драбадан. Я надеюсь, что вы в меня верите. Ну реально, подписчик очень сильный. Ой, я не буду рашить, наверное, потому что он хорошо играет. Ну это, конечно, в крысу, но... А чё, как еще с дробовиком-то играть? Я реально сильный подписчик, я готов отдать ему вот этот золотой нож. Он, ребята, вообще сказал, что ему призы не нужны. Все, кроме него, были с маленькими званиями. У него реально, ребята, рейнджер. Ой, блин. Почему я как нубик, ребята, попадаюсь на эти гранаты? Куда я... Алло! Я застрял, ребята! Он что, ребята, админ, что ли? Что за дела, алло? Кажись, я связался с админом. Что делать-то? Он админ? Я его смогу завалить, а? Давай, иди сюда! Это же нечестно, ребята! Ребята, я же смогу так на дарешнего пранковать. Он, кажись, меня засадил, но он не знает, где я. Офигеть, ребята, вы посмотрите, что с моими ногами тут творится. Ух, это капец какой-то. Давайте все пробегаем. Ой. Так, все. Ха-ха-ха. Вот так вот, ребята, забирают раунды. Возможно, что он не админ, это просто баг. И он подумал, что я читер. Ну я не читер, ребята, вы сами все видите. Пробегаем на позицию и смотрим. Палим окошко. Вылези в окошко, дам тебе горошка. Ой, вот он бежит. Ничего не вижу. Так, ребята, нормально. Если что, ребята, еще раз повторяю, он рейнджер! Давайте, ребята, он хорошо играет. На кону вот эта вот замечательная бабочка! Опа! Ой, блин, я тоже гранату ему кинул, но не попал. Офигеть, у меня 34 хп. Просто из-за того, что я пропустил гранату. Что за прокидки такие? Алло! Опа, хедшотик, ребята, ха-ха. Лаки хедшот, опа-на. Дайте-ка, попробуем с ним сразиться на М40. Ну, хотя бы один раз. Возможно, ребята, что это моя ошибка. И я сейчас, наверное, с этой М40 дурацкой просто проиграю бабочку. Так, он не попал, слава богам. Попал. Ай, блин, ладно, доигрался, ребята. Давайте возьмем нормальный ствол. Все, оп, полетели, все. Ну, ребята, если он реально выиграет... Блин, да ёкарный баба, это ж не моя слепа. О. Да блин, как так-то? 44 хп. Отходим назад. Тихо.
Все. Найс. Берем калашик, ребята. Смок, полетел. Давай. Ой! Ой, ёкарный ББ. Сколько сделал? 25. Опа! Так, ребятушки, мой любимый калашик АКРовский. Ребята, мне один раунд вытянуть. Я пойду дуэлиться со следующим подписчиком, чтобы, ребята, еще сильнее найти. Ну или как минимум наравне. И так. Все, ребятушки, так, каточку мы выиграли. Это была тяжелая катка, я вам скажу. Следующий подписчик у нас на очереди. Сейчас сюда зашел, ребята, Нагата, который, если что, вы посмотрите, у него Феникс. Я думаю, блин, мне не сдобровать, ребята. Давайте, я надеюсь, вы меня верите, это капец. Я захожу за Тером. Не хочу играть за спецназ. Конечно же, все хотят забрать вот эту вот девочку, вот эту красотку. Ребята, это реально, это, блин, у него какая-то звезда золотая. Мы сейчас играем в дуэль. Он сзади. Так, все. Ух, ребятушки, завалили. Ха-ха. Он хотел меня на нож посадить, но нет. Фиг там был. Еще одна катка, берем петуха. Жалко, что он у меня без скинчика. Но ничего страшного. Так, как флешку-то прокинуть? Вот так. Давайте. Блин, прям на дрободан прыгнул. Это капец. Ребята, все шансы у него, блин, получить ножичек. Так, давайте, АКРочку. Давай, пожалуйста, только не проигрывай, Сафи. Я не хочу отдавать такую красотку, вот ее можно так крутить. Ребята, она у меня всего 3 дня где-то. Ладно, ребята, играем аккуратно. Не выпендриваемся больше. На голове же было 26 кп. Так, все, спокойно, спокуха. Играем размеренно, аккуратненько. Эпенфольчик, аккуратненько в хедик. Флешка. Yeah! Ребята, FN-фал. Спасибо ему. Так, берем эмочку. У нас 2-2, ребята. Идем нога к ноге. Просто нога к ноге. О, прострелили. Граната полетела. Смотрим. Опа, никого. Но я немножко попал, так что у него хпшечка-то нарушена. А фонарь? Или как там? Ой, он слева. Yeah! Так, хэдшот. Ребята, сразу денежку зарабатываем. Так, поставили. Есть! Все, закупаем грены. 3-2. Ребята, ну он реально играет очень круто. Прострелочка. Плохо. Не попал. Здесь никого. Так, здесь тоже никого. Он не любит вообще ходить через это место, я вам скажу, ребят. Он любит ходить через темку. Поэтому он сейчас в темочке. Тихо. Блин, это было неожиданно. Это было капец как неожиданно, но я, ребята, его слышал. Почему он берет этот дробовик? А вот скажите, у него же есть деньги. Сейчас опять флешка полетит, да? Да. Опа! Ха-ха. Ребята, я-то знаю уже, что эта флешка где-то в небе. И надо уворачиваться вниз, смотреть в противоположную сторону. Ух, бабочку крутим, вертим, пау! И вылетаем. Больше флешки не кидает, да? Молодец. Решил поменять тактику. Тихо, он здесь. Где-то здесь. Что за жесть, ребята? Что за жесть творится? То я его, то он меня, то я его, то он меня. Я просто беру свой любимый АКР печенюшечкой и прохожу, ребята. Шифте. Главное, чтобы никто не спалил. Да ты как? Там чуть-чуть раундов осталось. Все, Сафик, иди аккуратно. Я сейчас просто беру грену, залимониваю. Туда. Так, флешка летит у него. А! Да почему? Я не хочу отдавать свою бабочку. Это бред. Все, ребята, наушнички поднимаем громкость, чтобы слышать всю карту. Ой, блин, это такие обманки. Ну просто, ну капец. Ну, Так, ребят, играю аккуратно, потому что у меня осталось всего 2 раунда. Он сейчас пойдет рашить или нет? Он там сидит. Отвечаю. А, нет, не там. Ух, ребята, еще один раунд забрали. Бомбочку ставим, чтобы денег было много. Не поставил, не смог денежку заработать. Так, час, ребята, так как ему не понравилось идти через плен, он сейчас пойдет через темку. Поэтому, ребята, сейчас полетит флешечка. Смотрите. И опять он здесь зайдет. Ребята, второй раунд, забираем. Ребята, оттягиваем. Ух, давайте. У него все схемы рабочие, ребята. Однотипные. Нужно вот как-то научиться играть так в дуэли, чтобы, ребята, вообще никто не понимал, как ты ходишь. И каждый раз ты по новой, ребята, играл. Как миллион разных игроков. Вот сейчас я даже не знаю, где он сидит. А, все, знаю. Все, видел. Бакаломане! Вот как так играть, а? Попал. Смотрите, не выходит. Ух, ребят, еще один раунд забрали. Это капец, это реально очень потная катка. И, блин, мне так жарко, ребята. Я реально собираю, ребята, самых сильных подписчиков. Ожидание. Подожди, у него вылетело. Ребятушки, это капец.
Ребятушки, у нашего подписчика вылетело. Ну, ребята, так как счет вел я же не проиграл. И дуэль не закончилась. Так что, ребятушки, я думаю, я больше уже не найду подписчиков. И, ребятушки, если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк и пишите. Хочу продолжение. А сейчас, ребятушки, тыкайте вот на эту вот пулю. Вот она прям здесь, ребята. Если тебе интересно, тыкай, тыкай. Или тут, или тут, или тут. Давай, бро, тыкай, тыкай, тыкай. С вами был Сафик, 1, 2, 3, 4, всем пока. Пау!